Продажи французского автоконцерна «Рено» в минувшем году выросли на 3,3% и достигли рекордного в истории компании показателя в 2,8 миллиона единиц. Успех «Рено» обеспечил восстановление спроса на европейском рынке. Рост там превысил 10%. Это помогло крупнейшему автогиганту Франции компенсировать убытки на развивающихся рынках, где «Рено» традиционно широко представлен. Так, в Южной Америке продажи рухнули на 14,8%. Подразделение «Рено Евразия», куда входит и Россия, зафиксировало спад на 8,6%.